Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Нитол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! Наши бои в мире теней продолжаются! Да, ребята, и как вы знаете, у нас есть две важных задачи сегодня. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Да, пройти испытание и, конечно же, победить осу, и старые раны надо зарубиться. Слушай, у нас получается молодая оса, старая оса и испытание. Давай, наверное, начнем с испытания. А вы, ребята, поддержите нас лайком и давайте соберем на этом видео тысячоночку вот лайком. Для вас это всего лишь один клик, а для нас огромная мотивация делать больше для вас видео и более качественно. Да, ребята, ну что, мы отправляемся в бой. 5 боев подряд, случайное оружие. И давайте посмотрим, что мы можем сделать. Как мы здесь сегодня справимся или не справимся с этими противниками. Ребят, версия игры хоть и немножко доступнее по денежному эквиваленту, но по сложности, конечно, мне кажется, что намного сложнее. Намного сложнее. И, кстати говоря, мы немножко подготовились перед этим видео и прокачали нашу магию, потому что, мне кажется, с ней нам будет полегче проходить, по крайней мере, вот это испытание. Да, ребята, слушайте, как я соскучился, на самом деле, по кусаригами. Давай купим ее в следующий раз, потому что очень крутая. Ребят, кому нравится кусаригама, поставьте лайк, напишите в комментариях, и мы посмотрим на вашу реакцию и уже оставаться ли нам на серпах или дальше кусаригамочку-то, а? Затащить. Итак, у нас мечи бабочки, и, слушай, неплохо, я думаю, ну как так, промахнулись, очень очень резвый топорист у нас попался, дровосек, ребята. Да, дровосек на самом деле опасный персонаж, мы это прекрасно знаем, но пока что вроде идет все в нашу пользу. И, как вы помните, у мечей бабочек есть очень опасный разворот, удар с разворота такой. Да, ребята, есть, но магию мы, к сожалению, пропустили, очень жалко, отняла нам хелсы. И давайте магией его и добьем. Бам! Хорошо. Слушай, ну, вот это было очень опасно, добивать его магией, потому что мы могли потерять все свое здоровье из-за способности, которая там есть. А, у нас же магия со способностью? Конечно, она отнимает у нас здоровье? Конечно. Нет, наоборот, она нам восстанавливает. Но когда ты убиваешь противника, это помнишь, как у нас с титаном был баг? Да, было такое, ребята, было. Вот это, кстати говоря, сдвоенные мечи мне немножечко нравятся. Они как-то бодренькие, но не всегда эффективно. Конечно, ими сражаться. Надо научиться, ребят, надо научиться, потому что что-то здесь, конечно, пошло не так. Ну-ка, давайте-ка еще подналвалимся. Ох, магию сбили. Слушай, как магию хорошо и вовремя сбили. Это очень было круто. Лесу так. Надо одолеть, ребята. В лесу. Одолели мы лесу. Так, ребятки, да. Хорошо. И отправляемся дальше. Но с хелсами у нас, конечно, беда. Проблема большущая. У нас магия восстанавливает, да, хелс? Надо ее использовать. Мор. Да, это морчик. Да, мы можем высосать, так что надо четенько сейчас поможет с магией, сразу и начнем, а? Боюсь, что он будет наносить удар. Вот. Опа. Давай вот так вот сейчас ему задамажим. Но, кстати говоря, что-то как-то не очень, да, получилось? А мы его сейчас просто бьем палкой. Да, кстати говоря, можно вот так-то издалека его просто запенять. А, слушай, он... Да что ж такое-то, а? Дальним метательным оружием начинает нас дамажить, но мы его так по голове, еще разочек. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Ditol Lego. Ссылка в описании. Еще разочек, хорошо. Отлично. Очень хорошо. И забивает нас в угол. И вот так вот, ребята, отличный удар. И еще повторим. Давай, по голове. Ай-яй-яй, попал все-таки. Так, ох, это поражение. Да, это поражение, ребята. Хелсов очень мало у нас осталось. Надо пытаться еще, надо пробовать, ребят. Нам надо пройти, ну что, денег заработать как минимум, да? Да, слушай, обязательно надо пройти, потому что, ну, это фиаско какое-то. Не пройти испытание, нужно признать, что Shadow Fight Special Edition 2 это, конечно же, гораздо сложнее, чем обычная версия. Ну да, обычно ее и, скажем так, начинают для того, чтобы уже... более опытные. Да, более опытные игроки, чтобы насладиться еще раз этим замечательным сюжетом и пройти всю эту историю заново.
Так, ну что же, бам, нет, не вот получается. Это очень плохое оружие, ребята, если честно. Оно неповоротливое. Вот только вот так вот, если хорошо попасть, можно нанести дамаг. Но опять же, не сильно, понимаешь, то есть нету прям такого мощнецкого урона. Да, мощнейшего урона оно не наносит, и вот постоянно почему-то промахивается. Мы вроде как такую площадь задеваем большую, да? Да, вроде такой размашистый хороший удар. Опа, опа, нет. И в блок все, да, и в блок уходим. И вот так еще разочек, сейчас вот хорошо попали, да? Давай магию используем. Отлично. А смотри. У нас отнялись хелсы, кстати говоря. Да, кстати говоря, реально, а что у нас отнялись? А у нас не восстанавливаются, а отнимаются хелсы от магии, оказывается. Вот в чем проблема. Да. Да, отравление у нас. У нас магия наносит большой урон, но и мы тоже попадаем под эту эпопею. То есть мы с собой жертвуем, когда наносим урон. Слушай, не очень хорошая магия, надо было вообще ее менять. Да, ребята, а мы ее проапгрейдили в надежде на то, что у нас хелсы будут восстанавливаться. Ага, разбежались, как говорится. А что-то неправильно прочитали или подзабыли. Да подзабыли просто, ребят. Да дровосек, да что ж он подлавливает-то в неловкие моменты постоянно, а? Ты посмотри, что он творит, а? Смотри, и закидывают еще нас. Это какая битва? У нас хелсов уже нету, ребята. Проигрываем, и это не затмение. Сколько раз мы титана на перфект прошли, а простую битву легкую. С дровосеком с каким-то, тем более у нас еще не самое худшее оружие. Да, но вот сейчас вылезли, но у нас три противника, мы точно не справимся, ребята, это определенно. Лиса в лесу, и лиса сейчас нам покажет, где лиса. Я не скажу, что мы как-то плохо играем, просто очень большой дамаг, а противник получает очень маленький урон. Есть такое дело, хотя у нас все на максимум прокачано. Да то, что у нас прокачано, у нас здесь нету, скажем так. Если бы у нас были наши серпики, да мы бы здесь всем вот так вот в голову, да и с разворота, и снизу, и сверху, ребята. Кстати говоря, вот сейчас в лесу мы неплохо так вложились, да? Ну, слушай, топоры есть топоры, надо признать. Вот если бы нам сейчас еще кусаригамка бы досталась против мора, это было бы потрясающе. Да, это было бы великолепно, ребята, просто великолепно. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас. Сейчас дубина какая-нибудь. Ковырялка, 100%. Огромная. О, катана, но, честно, против, как их называют, парной палицы, да? Да. Ой, ты красиво увернулись, ребята, прям вовремя так соскочили. Да, ребята, кританули еще, кстати говоря. Ай-яй-яй, по голове, да как же тебе не стыдно, а? Слушай, да. Магию использовать не будем, да и не сможем, потому что все-таки мор нас взял измором, ребята. Как-то так вот. Слушай, они нам не, мы не можем перейти на следующий уровень, да, получается? Нам нужно пройти испытание Ясу. Да, ну давай завершили. Старые раны попробуем пройти. Давай еще. Старые раны, да, еще ребят, раз пробуем пройти. Здесь у нас оса молодая. Молодая осища и старый, конечно же, а нет, точнее молодой наш сенсей. Ну, он относительно молод, на самом деле, он уже в таком престарелом возрасте. Но, тем не менее, оса очень молодая, очень буйная и опасная. Опа, ты смотри, как она нам снесла хелсы, а еще и восстановила себе, ты представляешь? И ну, это одним ударом было все сделано. Это было прекрасно, и, кстати, сенсей что-то урон-то какой-то безумный получает. Да, вот это вопрос вообще. И еще у нас хелсы отнимаются за то, что мы дамажим их. Да, я помню, в прошлый раз нам мы из-за этого очень сильно, на самом деле, пролетели, потому что ее нужно прям забивать. Да, ребята, может быть, а магии у нас здесь, кстати, нету. Магии вообще нету у нашего. Но есть метательное оружие, кстати говоря. Да, оно абсолютно бесполезное, мне кажется. Ну, вот где-то в каких-то вот таких моментах, наверное, может и поможет немножко. Как да. Минимум, не будет дамаг у нас наноситься при нашем мощном ударе, да? Ну-ка и... Ох, как хорошо подловили-то, ребята! И, кстати говоря, не вернулся нам дамаг, магия не сработала. Эх, способность точнее. Да, согласен. Так, может, рекинчик когда-нибудь запустить еще? Слушай, а мне нравится этот колющий удар. Мы так хорошо подлавливаем? Да, кстати говоря, очень неплохо. Тактику мы подобрали, на самом деле. А вот сейчас плохо. Плохо уворачиваемся. Есть, хорошо. И мощный колющий, режущий. Ай-яй-яй, прям близки были, на самом деле. Да, прям к победе, ребята, близки были. И не успели, ребята, увернуться. Не успели. Вы видели, что кнопка была нажата. Опа! И конец, ну... Слушай, что-то никак не хочет... Ох, как хорошо, ребятки. Прям сверху такой мощнейший удар. И пришел прямо в цель. Да, неплохо. Давайте-ка повторим успех. Опа! Все, немножко с тактикой мы разобрались, и мы делаем вот этот выпад первый. Да, но видишь, надо, чтобы она подальше была, потому что выпад очень... Размашистый. Выпад! Да ладно, отбила наш выпад! Быстрее оказалось. Нам обязательно нужно побеждать в этом раунде, иначе это будет поражение. Это будет поражение, я почти чувствую это, ребята. Да, думаешь?
Ну вот если сейчас мы хорошенечко так еще раз задамажим. А нет, смотри, как она перебивает наш удар. Это инициатива. Слушай, хорошо, что она сейчас постояла, но это все равно нам никак не помогло. Да, ребят, очень сложно. Надо еще раз пробовать, потому что, в принципе, тактику мы поймали. Тактику боя мы поймали. Поймали, это радует меня. Но что-то как-то не идет все, не пруха. Вот прям, знаете, вот, ребята, бывает, когда сражаешься, и что-то не так вот. Ну, просто ну слушай, это то же самое, как с Титаном. Многие подписчики пишут, что 300 раз пробовали бороться, сражаться и не побеждали. А как мы вот так вот руками и на перфект смогли Титана одолеть, да? Согласен, да, ребят, кстати, кто не видел видео с битвой против Титана, обязательно перейдите, это было мега эпично. Но здесь просто невозможно ничего было сделать. Причем я заметил, что первый раунд оса принципиально не дает победить. Вообще просто 100% не дает, ребята. Вот так вот только и по голове. Но мы столько же практически дамага получили, как ей нанесли, ребят. Ну это же вообще, мы ее бьем, а она еще и... лечится. И еще и лечится. Ай, выпад надо было сделать. Где выпад-то был? Да, слушай, а сейчас тактика с выпадом вообще как-то, да, не срабатывает прям. Ну вот как-то вот так срабатывает она. И добиваем! Ну! Так. До подката. Да невозможно, а? Ну что же, все. Подкатом, ребята. Взяли подкатом. Третий раунд решающий. Надо подсобраться. Бам ей по голове. Хорошая атака. То, что нужно. И продолжим. Продолжим. В том же духе продолжим, но получаем себе хэд-хит метательным оружием. Она начинает с очень коварной тактики, ребята. Но мы тоже так можем на самом-то деле. Но пошли это ногами. Не очень эффективно, и мы получаем обратный урон, как ты видишь. Да, обратный урон получаем, но, кстати говоря, ногами тоже неплохо дамажим. Смотри, мы ногами практически ее вынесли. Как это так происходит вообще? Да, может, согласен, это как раз. Потрясающе. Может, как раз так и надо? Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот здесь сейчас нельзя ни в коем случае пропускать. И... Да ладно! Просто, ребята, у нее осталось хелсов, ну, совсем чуть-чуть. Но вот так вот, ребят. Как вы видите. К сожалению, вот не получилось сегодня какая-то пораженческая такая серия у нас. Ну, не всегда же побеждать, ребят. Да. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Мы там общаемся с вами. И, ребят, подписывайтесь на наш еще канал. У нас два канала есть. Detol Lego, Detol Hardplay. Играем в разные игры. Заходите. Там много ждет вас интересного. С вами была команда Detol. Обязательно ставим лайки, подписываемся. И до новых встреч в новых видео. Скоро... Всем пока! Скоро увидимся. Пока, ребят.